Вот кафе «Терем», который в очередной раз перекрыл единственный пешеходный проход. Идем дальше. Вот этот злополучный перекресток, на котором нет вообще никакого тротуара. Совершенно. И люди вынуждены ходить по проезжей части. Достаточно оживленно здесь днем бывает, особенно когда хорошая погода. Ездят такси и местные жители, и просто путешественники, отдыхающие на озеро, на утреж, на большой. Тротуар отсутствует. Мало того, вот вам, пожалуйста, справа ВДЦ «Смена». Идет поворот в поселок. Вот на этом месте отсутствуют всяческие тротуары. Дальше вот, как видно, «Пятерочка», аптека, практически единственная в поселке. На том месте нет никаких пешеходных переходов, вообще ничего не предусмотрено, точно так же, как и около магазина. И вот так вот. Вот так вот носятся товарищи у нас тут. Так же, как и у магазина «Магнит», тоже никакого пешеходного перехода нет. Вот такой трафик здесь. Оживленный. Ну, из жертв пока только собаки и кошки. Я не знаю, наверное, дожидаются, когда кто-нибудь из «Смены» попадет под машину, под колесами погибнет или покалечится. Спасибо за внимание. И вот это вот продолжается уже наша битва несколько лет. Все обращения в администрацию заканчиваются тем, что нас отправляют в департамент транспорта. Не знаю, пешком туда сходить или как. Ну или, не знаю, может быть, уже придется самому Господу Богу обращаться, чтобы сделали в Суко пешеходный переход и тротуар. Спасибо.